Первый раз летаю этими авиалиниями. Сейчас скажу, какие точно, посмотрю в билете. Ну, конечно, сам бизнес меня не впечатлил в самолете, но вип-лаунжи – очень прикольная тема смотреть на самолет. И вот этот дрессинг-рум. Прям я такая, да, это круто. Тапочки, то есть можно зайти, переодеться. Это прикольно. Мне вот какую-то наклейку наклеили. Я говорю, алло, made in Russia. Не надо меня клеить. Конечно, вот эти перелеты ночные, это вообще трэш. Спать охота, рубит жестко. Но не сплю, чтобы не пропустить самолет. Любовь, непонятная ситуация. Наносим масочку. В полете очень сушит. Мои цветочки в туалете, это прям отдельный лайк. У нас с традициями. Это мелочи, но я всегда с любой поездки, даже микро, привожу вам подарки. Всегда покупаю нам 3 одинаковых штучки. Из Занзибар, Танзания, я была, вы знаете, я привезла нам на ножку. В общем, мои хорошие, эти авиалинии не впечатлили меня от слова совсем. 4 часа. Бизнес просто сидячее место. Чуть-чуть больше, чем у меня. Все. Ни маски не выдают, ни косметичек хороших, ни кремика, ничего. Ну, благо в обновили. А, салфетки принесли, лейки. То есть получается, ты ночь в дороге, То есть, когда я летела катарскими авиалиниями с Танзании, я просто с самолета на сцену, потому что я 3 часа лежала. Это супер. То есть даже если мало сна, ты лежишь. Я про бизнес сейчас говорю, конечно. Это именно касается бизнес-класса. Я возмущена, если честно. Короче, всем доброе утро. Что-то я давно не летала. Я решила прийти. Еще один полет. Я на месте. Добро пожаловать на землю. Что-то тут туман. И солнце не видно. Ага. Это Сава. Это Сава? Вас? Ага. Ой, автобусик. Ну, хоть отдельный автобус. Нормальный, кстати. Ой, red carpet. Вау. Ставьте большие пальчики вверх, подписывайтесь на наш канал, а также нажимайте на колокольчик, чтобы никогда не пропускать наши новые видео.